Всем привет, ребят! Вы находитесь на канале RetroPlay, меня зовут Александр, и сегодня мы поиграем Call of Duty Ghost, игрушка 2013 года, старенькая часть, но в преддверии, так сказать, выхода новой части решил освежить в памяти. И, ну, игру я, в общем-то, проходил быстро-быстро на диске еще во времена PlayStation 3, тех и бокса 360. Игра не новая, но кто хочет поностальгировать со мной, всем приятного просмотра, мы начинаем. Мы выманили флот Федерации. Они оставили один корабль, эсминец, охраняющий гавань и комбинат. Он напичкан современными ПВО. Но у него есть одно уязвимое место в 20 метрах под ватерлинией. Киган, Логан, вы возьмете с собой торпеду Протей, которая ударит по тепловому выхлопу. Вас понял. Отправим на кладбище еще один корабль. Скаркроу, запускайте отсчет. Сюда. Место катастрофы в 5 километрах. Держись подальше от открытой воды. Мы здесь не одни. Рыбка. Они используют сонар. Спокойно. Плыви медленно и осматривай дно. Водоросли должны нас маскировать. Погоди. Патрульные катера. Похоже, у нас тут гости. Пусть разделятся. Ладно. Двигаемся. Только незаметно. На позиции. Помни, пули под водой не так эффективны. Нужно 2 или 3, чтобы вырубить с гарантией. Огонь по усмотрению. Отлично. Поплывем через обломки. Они нас прикроют. Старайся не всплывать слишком высоко. Нам больше не нужно лишнее внимание. Притормози. Не всплывай. Не всплывай. Спасательная подлодка. Это плохой знак. Скорая помощь такая. Вон пацанов забрать, которых только что подбили мне. Что? Сюда. Черт, они повсюду. Скаркроу, внизу замечена высокая активность. Они снимают детали с потопленных кораблей. На этих кораблях может оставаться оружие. И даже атомное. Мы займемся. Хорошо сработано. Я насчитал 4. Нейтрализуем их по твоему сигналу. Огонь по усмотрению! И по сигналу, что тут он еще один? Цель нейтрализована. Чисто. Выдвигайтесь. Патронов, конечно, 300 штук с собой, наверное, там. 6-2 на связи. Мы в точке сбора Браво. Визуального контакта с целью нет. И насчет них погружается.
быть в два раза быстрее, не то опоздаете. Вижу врага. Кажется, они нашли то, что искали. Нужно найти подходящее место и зайти с фланга. Огонь по усмотрению. Кажется, они знают, что мы здесь. Так, меня убить, по-моему, хотите, что ли? Ай-яй-яй. Ай, тихо. В зоне чисто. Это хрен подплыл. Ты че куда уплыл, блин? Дружба. Проверь свой клапан. Опускаемся, поплывем через пещеру. Контейнеры, блин. А, так кто так ядерное оружие-то оставил? Погружаемся ниже. Следи за глубиномером. Че, не глубоко, блин, достаточно. Любой там, я не знаю, рыбак, блин, достанет. Так, что надо сделать тоже? Цель не обнаружена. Что-то я не понял, блин. Что вы от меня хотите? Он сейчас убьет ведь, блин? А, все убило, да? Алло! Да, блин. Сюда, вперед, уходим. Да, блин. Чё ты, парень, мне весь этот обзор закрываешь, блин? Еще аквалангисты, валим их. Нахер, никуда я не буду уходить. Цель уничтожена. Ты чё, гад? Да. Ломайтесь. Да, бля. Какое-то конченое место, блин.
ничего не буду, я посижу здесь пока. Сам, может, кого-нибудь подстрелишь, блин? Контроллера DualShock, вот это место я вспомнил. Тут вообще так тяжело было их подстреливать, блин. По части пострелять, блин, DualShock 3 вообще пососный был. Ну чё ты, блин? Ништяк, так, тут еще один вроде, да? Там бы пипец уж было бы. Ой-ой-ой. Притормози, тут должно быть безопасно. Просто оставайся на чеку. В зоне чисто. Либо это... Помним, две... Твою ж Логан! Да пипец, блин. Быстро меня съел. Ну-ка... А, так нельзя, да? Застрелить их тоже нельзя, да? Ладно, чуть-чуть пою. Помним, двигаемся медленно и держи дистанцию. Попытайся предугадать их движение. Избегай.
для иллюминаторов. Давай через люк. Улом, чё, вообще пофиг там, взрываются. Ух, кажется, мы спасены. Скеркроу, 6-2 на связи. Мы приближаемся к точке сбора эхо. Можете приступать ко второй фазе. Так точно, 6-2. Рад был слышать. Я понял. Птички расправляют крылья и готовятся взлететь. Мы можем приступать ко второй фазе. Вас понял. 6-2, отбой. И все это время надо мной, черной тенью, висел Рорк. Мы уничтожили платформу, отвели весь флот, затопили эсминец, и все это время меня волновало только одно. Где Рорк? Здесь, впереди, ждет. Он был настолько хорош, призрак. Но что с ним случилось? На этом заводе было нечто важное. Федерация изо всех сил скрывала это от нас. И мы чуть было не выяснили, что это. К вам приближаются два объекта. Приближаемся ко входу А. Скеркроу, видим завод. Прием. Входите в черную зону. Понял. Подходим ко входу. Ой-ой. Киган, мы у входа А. Ясно. Мы готовы у входа Б. Ясно, выходим. Перестроиться. 50 метров. Все видим. Направляемся к пункту сбора. Стоять, Домрак. Он ваш. Только тихо. Ждем сигнала. Взять. Шевелись. Кик, твоя группа займется периметром охраны. Ничто и никто не пройдет. И никто не выходит. Остальные мы обходим слева и двигаем в черную зону. Сюда. Цель впереди. Целимся. Логан, ждем сигнала. Стреляй. Все чисто. Я справа. Прикрой слева. У двери. Открываю. Там двое. Снять их. Можно выдвигаться. Будьте начеку. Вик, как там камеры? Мэрик, следите за следующей зоной. Большая группа целей, преимущества нет. Создадим преимущество сами. Да, в принципе, вот сейчас сюжетки маленькие, тут сюжетка-то что-то побольше. Несколько путей. Противник. Последний. Ну как обычно, все на мультиплеер, на лутбоксы, на дополнительный заработок. Да, кто-то ведь, кому-то и компания сугубо интересна. Огонь, быстрее. Ну таких не так много, конечно, людей. Но есть люди. Быстрее.
Отлично. Вверху чисто. Кик, мы у южной двери в хранилище. Оно огромное. Не знаю, что внутри, но явно что-то важное. В черной зоне камер нет. Внутри вы будете сами по себе, запуская процедуру перехвата управления. Заходим. Группа целей. Огонь! Тормози! Что, братик? Встань, на 10 часов! Чисто, кто меня сзади тут стрелял? Ясно, Кик. Ладно, блин, ботам виднее. Похоже, здесь компонент ракет. Понял, продолжайте. Дверь сменил. Кто-то пробежал, блин. Кик? Вас понял. Есть. Черт. Похоже на спутник какой-то. Вооруженный по самые неболухи. Скайкроу, мы нашли. Похоже на космическое оружие. Вас понял. Установите связь для идентификации. Логан, подключи камеру. Хэш, ты тоже. Был такой... Открывай главный тепловой щит. Старенький фильм, блин, «Космические ковбои». Отправляйте данные. Там дайте много известных актеров снималось. Посмотрите выше и чуть правее. Он тоже... Ищите, по-моему, так назывался он. Там посмотрите тоже такие... Выше. Вот так, именно. Со времен Холодной войны... Подобное оружие было. А, ну, типа, блин, американцы опять всех спасают. Советский Союз ЗУ туда-сюда. Сколько уже построено. Молодцы, парни, отличная находка. Откладь все подразделение на боевой вылет. Работаем на поражение. Сбрасывайте все. Шевелись. Вас понял, Скаркроу. Генезис подтвержден. Расстояние 80 километров. 6 минут. Работаем на поражение. Арклайт 1-1-1-2-1-3. Цель Ромео и Бёрдхаус. Арклайт 2-1-2-2-2-3. Цель Купер, Дикси и Танго. Групповое бомбометание. Полное покрытие. Мэрик, ищите любые данные, которые позволят нам получить более полную картину об их разработках. К вам направляется целое авиаподразделение, чтобы уничтожить комплекс. Понял вас. И, как слышишь, Арклайт на подходе. Скоро от этого завода ничего не останется. Понял. Вот и все. Быстрее ищите данные, надо уходить. Похоже на данные для производства. Спутник с номером 24. Сколько же их всего? Здесь зашифрованы данные. Похоже, пробные запуски, даты, прогнозы. Я не понимаю. Внимание, зафиксирована активность. Сильная, берите данные и убирайтесь оттуда живо! Ой-ой! Да, блин, вы сами-то стреляйте, боты, алло, блин. Давайте дым! Дым готов! Дым готов! Пускайте дым! Дым пошел! Давай, пошла! Давайте полизоры! Они нас не видят, кстати! Убили, что ли, что? Меня тоже! Отключить тепловизоры! Убрать их! Вперед!
Давай. Да, бля, не туда кинул. Цели на 11 часов. Тихо, свои. Марик, захватывай транспорт, но у вас там на крыше полный аншлаг. Мой, блин, два одинаковых автомата, что ли? Ладно, тогда достреляем этот. А, ну, что-то такое еще есть. А тут что за автомат? Пулемет. Выходим на счет три. Раз, два, три! Тут больше. Но с прицелом. Патроны быстро уже там автоматик уходят. Да, блин. И остальные 23. 25-го не будет. Аксо даст новые инструкции. Пора домой, парни. Худшие опасения подтвердились. Федерация воспроизвела систему орбитального оружия из обломков Одина. Скоро
Когда они смогут ее использовать? Неизвестно. Данные, которые вы собрали, отправлены на РАД в Колорадо Спрингс. Министр обороны ждет от вас отчет. Киган, ты отправляешься в Колорадо Спрингс. Еще бы. Встретимся тайно завтра в Вегасе ровно в 12. Окса захочет сделать все быстро, так что лучше подготовиться, пока не срубило. У нас 6 часов до возвращения Кигана. Стоп. Тебя что-то беспокоит? Система охраны работает. Уходим! Трой или прячься! Ой-ой. Уже долго им занимаемся, но он так ничего и не сказал. Он не ломается. Что ж, хочешь сделать что-то хорошо? Сделай это сам. Ты очнулся? Отлично. Как мило, у нас тут вся семья в сборе. Не хватает только нашего молчаливого друга. Где Киган? Ты же знаешь, я ни хрена тебе не скажу. Нет? Посмотрим, может, передумаешь. Нет! Полегче, молодой человек, вами я займусь позже. Логан, посмотри на меня! Посмотри на меня, сын! Да-да, смотри на него. Вот так. Покажи ему, сколько боли он тебе причиняет. Интересный человек твой старик. Он отправляет на смерть собственных людей, чтобы спасти свою шкуру. Черт возьми, Рорк! Это наше с тобой дело! Не впутывай ребят! Ты говоришь со старшим по званию, лейтенант. Соблюдай субординацию. Ты никогда не был одним из нас! Ты не призрак! Это потому, что я лучше тебя. Я всегда был лучше тебя! А ты... Ты называешь себя призраком! Ты ничто. Ты и твои сыновья. Вы трупы. Твое имя умрет вместе с тобой. Он еще дергается! Он никогда не говорил тебе не целиться в людей! Становить и выстрелить можно! Вот и все! Еще немного. Вон, вода. Черт, Марк, стой! Отца! Логан! Логан! В тебе что-то есть, парень. Мне это нравится. Рисковать, чтобы защитить своего капитана. Ты мог бы у него кое-чему научиться, Элиас. Он мой сын. Что ж, сейчас он увидит, как ты умрешь. Убью тебя! Ты слышишь? Я убью тебя, сукин ты! Грустно, столько раз можешь умереть, думаю. Ублюдок! Я горжусь тобой, Логан. Все будет хорошо. Ты прав, Элиас. Я не призрак. Я тот, кто на них охотится и отправляет их на тот свет. Младший боссу нужен живым. Долго еще готовился.
могу. Так, это побольше будет. Киган, мы в пути. Поторопитесь. Есть. Встретимся на кухне. Нам нужно попасть в западное крыло здания. Там у нас больше всего шансов выбраться. Чш, за дверью какой-то шум. Действуем быстро. Все чисто. А где Кирилл? Скоро уже будет. Хватай рацию. Мы можем от них немного оторваться. Кажется, нас услышали. Послали к нам еще солдат. Слышь, ты где-то находишься? Иду к кухне. А что? Я уже почти там. Вам лучше где-нибудь спрятаться. В вашу сторону направилось очень много этих ребят. Сколько? Слишком много. Давай. Нужно спрятаться. Черт, подними его. Давай сюда быстрее. Готов, ложись. Выключи рацию. Нет! Вражеская пехота открыта. Враг уничтожен. Сиди. Беглянин с одной стороны. И, по идее, пробежать тут должны были, наверное. Ну, я решил иначе. Тихо. Мы не можем все двигаться. Несколько моих друзей пропали. Верните их, если не пример, вы окажете своей стране огромную услугу. Мальчик, Лоба, если не выживешь. Удачи. Спасибо за пожелание, Кэзил. Постойте, их становится все больше. Мы не сможем их обойти. Ждем, пока подойдут. Ладно, Киган, начинаем. Не помер, что ли, дружище? А это свои? Не очень автоматик, если честно.
30 метров. Да сколько вас тут, блин? Нужно пройти через ворота. Дайте нормальный автомат какой-нибудь. Хотя бы такой. Вижу, брат, ух ты! О, старый добрый пулемет. Эй, а где Райли? Шум подняли быстро. Я не видел его с тех пор, как мы здесь. Ну, трассировка, да, эй. Шутка тут ее нет. Сколько еще? Уже немного. Держись с левой стороны. Мы почти вышли. Назад! Назад! Налево! Давай налево! Так, ты что, он в текстурах у меня застрял, что ли? Мы зря боялись, я тут неплохо так вроде всех загасил. Логан! Логан! Ты в порядке? А ты как, Мэрик? Порядок. Но нам нужно уходить, пока нас не засекли вертолеты. Если выберемся на улицу, я найду нам транспорт. Потихоньку. У них численное превосходство. Объект через 30 метров. Эй, меня стреляют! Цель впереди! Сейчас возьму. Подавление огнем. Ведь прямо по курсу. Стреляйте по вертушкам. Так, блин, тут еще и гранату закинули. Райли, сорян. Не забуду. Хороший песик. Я, конечно, кошек больше люблю, но песик хороший. Мне надо перезарядиться. О, блин, Райли подзорвали. Yeah.
корабля не достали закидывать гранатами, ралли ты там, ты все там стерпишь, наверное. Райли хотят взорвать, блин, по-моему. Гос-6, это Гейгер-1, открываю огонь! Гейгер-1, Фокс-2! Гейгер-2, пусти! Гейгер-2, 2-0! Мы нашли, ребят! Не забывали! Гос-6, подбросить вас до дома? Конечно! Давай, Логан, мы уходим! Центр, это принц 2-0! Загрузка окончена, возвращаемся на базу! Вас понял, молодчина 2-0!